сегодня? Мы переписывались втроем. Подними брови. Нахмурься. Я подумал, уже подействовало. Думаю, что это избранное, что ли, чтобы подействовало. А, оно подействовало, мне кажется. Почему это? Он уже не двигается. Когда я увидел комментарии твои, что ты ответил, у меня уже все схватилось. Придешь ко мне, думаю, посмотреть, что у тебя там. У меня реально все, мне кажется, уже работает. Это выдумки. Сказки Венского леса. Короче, Брянская настолько активная, что пришлось ей сделать успокоительное. Это прививка. Прививка. Усмирительная. Усмирительная, потому что она чересчур активная. Антош, радуйся. Тебе мы повезло, сегодня, да, мы сегодня с тобой говорили о том, что она слишком активная. Теперь она будет поспокойнее. Да. На неделю, говорит, выключил. Выключил на неделю. Я потом выключу. Ампул много. Боже, сяк какой. Вообще просто. Короче, вот этих вот больших губ, слава богу, больше не будет. А кто это? А кто это? Никто не знает. А между прочим, это Алим делал. Неестественные были. Собственно, он не был Робинзон Крузо, как на моем лице. На лбу. На лбу. Да, везде. Мы, вот этого прекрасного доктора в студии бьюти, студия на Герба. Нет, ну мы тебе здесь. Ты здесь никогда не видел. И да. Здесь, когда я тебя первый раз наблюдал. Уже была. Уже был. Да, а от школы нет. А ты в какой период была? 2016. Угу, когда Гозя, Харитонова. Харитонова, Саша. Да, это. Эва Суханова. Маша. Вот чтобы вы понимали, 5 минут назад Алим говорил о том, что он не смотрит телевизор. Оказалось, что он смотрит «Дом-2». Он приезжал к нам. Ну и всех ты знаешь, за всеми следишь. Ну, конечно, Инстаграм. Да, Анечка нашла своего мужчину, Антон Бекушев. Это ее мужчина. Свои мечты. Ну, просто у Бекушева в 3 раза меньше губы, им не очень удобно целоваться, поэтому... Аня решила уменьшить. Поэтому Ане пришлось их сдуть. Просто мне пришли жалобы о том, что она захватывает. Да. Она слишком территория. Как поглотила, и все. Сейчас мы будем уменьшать территориальные возможности. Ради более лучших, да, ощущений. О, мамочки, я боюсь. Мне нормально. Мне вроде нет, не это. Нет, ничего. Короче, ребят, усмирили меня. Давай намажем меня без бальзама. А смысла нет. Почему? А мне кажется, не так. Да, мы убираем губы. А потом Алим их сделает снова, но более такой округлой формы, естественной. Почему? Ну так же не будет так больно, как по-настоящему. Мамочки, короче, я уже вспотела. Мне подмышки плохо, мокрые? Сердце начало болеть. Подмышки еще сухие, так что не ври. Я вспотела в другом месте. Антоша. Остаться и убирать. За подругой. Да. Натаха. О-о-о. Я боюсь, отвечаю, я боюсь, короче. Все не смешно. Давай привяжем ее, правда, и все. Думаешь? Ну, а что нет-то? Сердце начало болеть. О, нормалек. Жгут останавливающий кровь, я смахчатаю. Мамочка, у меня начало болеть сердце. Слушайте, ребят, посмотрите на себя, вот это вот как мама для Антона. Мама для Антона мы уже видели, с ней познакомились, поверьте. Аня выглядит шикарно. Все, привязала Лим. Давай. Аня пишет, что я мама для Антона. Да, что ты выглядишь как мама для Антона. А, нормально, нормально. Сейчас же, да, ты знаешь, вот, да. Сейчас модно очень, да. Сейчас модно, я как Алла Пугачева буду. Скажи, да, Антона, пусть имеет в виду, она, оказывается, любит. Любит. Да, я буду как Алла Пугачева, буду со старшего поколения брать пример. Правильно, Алим? Угу. Вот. Ну вот, отлично. Алим согласилась, я к нему прислушиваюсь. Его мнение мне важно. Спасибо. Так что все. Алим, я боюсь честно. Все, вот. Значит, один прокол делал. Мама! Один и все? Наташа, уйди.
Да не могу. Ай! Алим, я так боюсь, честно. Ты же не пробовала. Ну, я все равно боюсь. Ну, ты же не пробовала. О, это больно сильно прям? Ну, неприятно. Ну, давай сравним увеличение губ или выведение болезни. Хоп, все. Да ладно. Девочки, это вам урок. Не закачивайте губы непонятно у кого. Потом их нужно будет уводить. А реально только один прокол и все? А, ну я поняла, это была шуточка. У них нету разницы в возрасте абсолютно. Ну, она не больно, он просто сам прокол противный. Даже не щипит. Может, у нее свои губы такие огромные просто... Поэтому не щипит, там нету геля. Ай, Алин, я боюсь. Мне сам прокол противный. Давай смотри, у меня какой непротивный прокол, смотри. Хоп, все. Ну, вообще сколько суммарно миллилитров? Я не знаю. 20, 21. Ну, это ее любимый размер просто, поэтому, может быть... Нам пишут, что нас нужно вместо ведущих на проект. Ты мне врешь. Я хочу посмотреть. Все хорошо. Так, раз, два, три, четыре, девять. Вот, блядь, не могу не матюкаться. Пиздец какой-то. Мне сам прокол противный. Пизда. Ну как, зачем их качать? Для того, чтобы были. Тенденции моды меняются. Ай, бля, ты мой уже выплеснула, что ли? Я громко выплеснула. О, зарядочка. Как раз мы на фитнес с тобой собирались. Хоть здесь ножки покачаешь. Блядь, еще держи. Да куда уж возвращаться на проект? Нет, нам так хорошо живется. Алима, скажи, а почему мы не обезболили? Спрашивают подписчики. Нет, потому что препарат очень щекучий. Вот так вот. Выключать полностью всю челюсть, так звучит. Можно сделать инфильтрационную анестезию, чтобы вообще не больно было. Но она часа три не будет разговаривать. О, да это же чудо просто. Брянская молчит. Давайте это... Выходим из прямого эфира, делаем ей, чтобы она молчала, и заходим снова. Для тех, кто только зашел, Аня, мы выкачиваем гель из губ для того, чтобы остались потом свои естественные губки. Для любителей. Жесть. У них нету разницы с Антоном. Они одногодки. Ну, вообще старше. Ну ладно, это тоже был секрет. Сейчас я запутаюсь. Да, она закатывает. Смотрите, какие огромные губы теперь. А куда мы сегодня идем? Ой, если мы сегодня пойдем тусить, то тебя все будут называть сосалка. То есть, здравствуйте. Знаешь, у него же такой эффект. Сначала они отекшие, потом же быстро сдуваются. И ты начнешь целоваться с таким углом. А потом оба и все. Реально, девушка, как вас зовут? Можно просто сосалка. Посмотрите на мои губы. Ой, да, у нее прекрасная природная форма губ, поэтому мы ее и восстанавливаем. На самом деле не очень-то больно, но, блин, просто я боюсь у них прокола, вот когда игла входит. Смотри, какого диаметра игла. И куда она входит. Я тоже подумала про член. А я не про это вообще.
Ну, вообще-то там я тоже, ну ладно. Это 19 же, 34. Да, Бекушеву сегодня не суждено отцеловаться. Здесь обратный эффект. Чем больше цифра, тем меньше диаметр. Да, реально получается, что выкачивать больнее, да? Бля, ну ты знаешь, нет. Нет? Так же? Да. Нет. Намного. Там нет, честно. Я тебе такой, значит, когда мы тебя будем увеличивать, ты вообще ничего не почувствуешь. У меня начало болеть сердце, я могу резко это умереть. Только, пожалуйста, не сегодня. Я еще на твоей свадьбе не гулял. А, ты а что, все ты хочешь сказать? Что, все, что ли? Шоу за... А, нижняя. Давай без боли, Малин, пожалуйста. Ну почему? Так, Шаронова. Да. А, я боюсь. Моя любимая зая. Давай, я тебя подержу. Я нижнюю буду трогать вот эти. Ой, как это мило. Подожди. Если что, сжимай мою руку. Ну и нормально. Ну, чтобы вы понимали, она уже сильно сжимает мою руку. Но не стоит. Ты почему двигаешь там чем-то? Чем-то. У меня на руках только игла. Чем мне еще двигать? Никого не привязывал так. Спасибо.